Сегодня для меня, безусловно, больно. Я сама родилась на той территории, которая сегодня, к сожалению, неконтролируемая. 5 лет не была у себя на малой родине. Но я считаю, что наша сегодня задача во главу мирного процесса поставить человека. И вот здесь ваша власть провалила это полностью. Когда за 5 лет вы лишили людей, проживающих на неконтролируемой территории, граждан Украины, выплаты, пенсии, социальные пособия, поддержки и защиты. Вот знаете, чему вам нужно поучиться у Америки? Если хоть какой-нибудь африканской стране гражданину Америки попадет в сложную ситуацию, Америка сделает все, но она будет спасать того одного человека, во что он гражданин Америки. И тот человек будет гордиться своим паспортом и быть уверенным, что страна его никогда не бросит в сложную минуту. А когда сегодня миллионы людей остались на неконтролируемой территории без помощи, без поддержки, без права голоса, когда более миллиона людей приехали сюда и стали переселенцами, а над ними ставят опыты и эксперименты, заставляя проходить верификации, унижения, заставляя доказывать, в отличие от других граждан Украины, что он справку должен получить, место жительства, что к нему проверка должна домой прийти. Вы скажите, этот человек будет гордиться тем, что он гражданин Украины? Пані Королевська, так і все ж таки, як повернути Крим і в які терміни? Можна я закончу? Так от, сьогодні задача – вернути в першу чергу людей. Веру людей сьогодні в Україну. І для кожного чоловіка, і во Львові, і в Луганську, должно бути ясно і понятно, коли ти гражданин України. Не дай Бог, попав в біду, неважно, де ти живеш. За тебя государство всегда вступится, всегда поможет и поддержит. И тогда мы и граждан сегодня, проживающих в Украине на неконтролируемой территории, и те, кто проживает в Крыму, и те, кто стали переселенцы, мы сохраним единство страны. Мы покажем пример того, как нужно защищать сегодня своих людей, а не рассказывать нам сказки в войне за каждого до последнего украинца. Да лучше 10 лет... Має відповідь. Це принаймні чесно. По Криму, точніше, пожалуйста. Протягом якого часу можна повернути Крим? Категорія людей говорить. Чим швидше ми цих оранжевих проводимо з влади, тим швидше сядемо за стіл переговорів і швидше договоримося сьогодні о реінтеграції Донбасу. І все ж таки час. Рік, два, п'ять, десять. Мы надеемся, что в 2019 году придет Бойко в президенты, и мы начнем переговорные процессы. Пан Драгинець, ви не відповіли, як вам...